Всем привет! Это новости Турции. Кто впервые открыл подобное видео здесь на YouTube, я вам напомню о том, что я живу в Турции, в Стамбуле. Перевожу на русский язык новости, которые отбираю самостоятельно. Я не являюсь журналистом профессиональным, это просто мой личный видеоблог. Новости, которые могут заинтересовать иностранцев, туристов здесь в Турции. А самое главное — социальная политика, внешняя экономика. Вообще, чем здесь живут люди, на что обращают внимание, какие реакции, что вам, как иностранцу или туристу, может здесь быть интересным или что вас затронет, в общем, что к вам тоже может относиться. Так что давайте приступим. Итак, 14 мая наконец-то назначен день выборов в Турции. Все согласовали обе стороны. Почему обе говорю? Потому что у нас здесь четко разделено 50% про политику, которая сейчас идет за президента, и 50% практически процентов оппозиционной. Оппозиция объединилась. Кто не в курсе, да, была вообще эта ситуация, в первый раз подобное, да, у меня видео открывает. Но своего лидера еще, который будет представлять оппозиционную часть, пока что оппозиция не выдвигала. Буквально это произойдет в ближайшую неделю, максимум две недели. О том, что раньше это была история про то, что, скорее всего, это будет, конечно же, мэр Стамбула. Сейчас пока, так как было дело уголовно заведено и так далее. Но, кстати, притормозилась апелляция его. В общем, пока что эта история зависла, результатов еще никаких нет. В субботу и воскресенье прошедших в Турции было очень много митингов. Не супер, конечно, крупные, где-то там тысячные, сотни людей выходили. Людей религиозных, так как вы, я думаю, в курсе этого, во многих геополитических новостях в мире во всем рассказывали о том, что в Швеции был сожжен Коран. Конечно, это очень опрометчиво. Швеция, так, это долгая стычка из-за НАТО идет, из-за террористов, я думаю, вы в курсе. Но из последних событий официально властями в Швеции был согласован митинг, где было сжигание Корана. До этого топтали там лицо Эрдогана тоже. Все так довольно-таки негативно здесь в Турции на это, скажем так, отнеслись к этому, отреагировали. Я могу от себя личную оценку дать. Это, конечно, было сделано зря, потому что если это направлено на конкретно на какого-то человека, на политику и так далее, это одна история, но так как Коран — это просто мусульмане, и, скажем так, это не потерпели, взбунтовались многие мусульмане, даже которые были против политики президента. И вот этот момент их объединяет. Прошли очень много митингов. Я думаю, никому не нужно объяснять, что в пятницу самое главное, скажем так, молитва происходит за всю неделю для верующих людей. Очень многие, кто в течение дня, например, не мог держать, но в пятницу ходят молиться хотя бы раз в неделю. Самое главное — за неделю молитва. Так вот, эта молитва еще проходила на этих выходных в субботу как протест. Очень многие люди пошли в мечети, молились. Даже те, кто вообще, в принципе, скажем так, был оппозиционно, опосредованно относился к религии. Произошло вот это объединение. Ну вот, митинги, протесты в Инстаграме, хэштеги всякие в Твиттере и так далее, так далее, так далее. То есть тема очень обсуждаемая. Очень многих затронула и объединила вот эта тема религиозных людей. То есть тот даже в это не был сильно погружен, теперь в этой теме абсолютно. И, конечно, занимает эту сторону. Также хочу отметить, что не только как-то... Это огромная просто провокация религиозных людей, это однозначно, они будут просто спину рта защищать это, свою религию, покушение, тем более, если сожгли Коран, это вообще. Но я еще отмечу, что была также акция в некоторых городах, также здесь в Турции, религиозные люди, они заходили в храмы христианские, заносили красные розы в знак примирения и того, что как бы показывая демонстративно, что мы не дикие, злые и сейчас так очень активно, негативно отреагируем, мы все понимаем, совсем скорбим и так далее. Мы, например, верим в том, что не все, например, противоположной религии христиане, в том числе, раз они ходили в христианские храмы, католические тоже заходили, в общем, что они против нас, то есть, условно, ненормальных людей, не уважающих других, везде хватает, это не исключение, в общем, такой знак примирения. Вот это я лично для себя отметила, это было довольно-таки приятно. В общем, не все, скажем так, всех чешут под одну гребенку, но эта тема самая обсуждаемая за этот уикенд, который происходил. Далее, у нас открыли ветку метро скоростного от аэропорта Стамбула к центру Стамбула. То есть теперь путь займет в районе 20 минут, 25 минут, и это очень дешево будет, в отличие от того, как на такси проехать. Это линия метро из
Кагытхане в аэропорт Стамбула, там вот этот выход будет на этой станции, это открывалось президентом, с помпой, в общем, по телевизору показывали, главная новость новостей. Но, с другой стороны, это еще и заслуга мэра Стамбула, и так как сейчас предвыборная борьба, идет очень много роликов в интернете, кто что сделал, давайте смотреть по фактам, при правлении кого, кто был мэром, например, Стамбула за последние годы, что произошло, прям по факту, и выходит так, что действующий на данный момент мэр Стамбула открывал всего больше каких-то станций метро, ветвей, затем полотен дороги было отремонтировано, то есть я понимаю, что да, это государственные бюджетные деньги, естественно, но, собственно, на практике, в сравнении, в статистике, в цифрах показывают, при чьем правлении больше было сделано для города, для самих жителей, для вообще страны, для людей и так далее. То есть такие интересные моментики, да, то есть вы это в YouTube как превьюшка на рекламу, если находитесь в Турции, вы такие ролики, рекламную закупку можете увидеть, они встречаются. С 1 апреля 2023 года для туристов, хочу отметить, подорожают на 100%, то есть в два раза билеты в музеи и по карточке музейной тоже она подорожает в два раза. Для жителей страны, для граждан, у кого есть турецкий пас, паспорт или туристический вид на жительство. По ВНЖ вы тоже покупаете дешевле билеты в туристических местах или эту музейную карту. Для жителей страны не поднимется стоимость, она будет не тронута. Сначала говорили о повышении на 60%, в итоге на 100%, в два раза все подорожает, но это будет 1 апреля, поэтому вы можете, например, сейчас, если будете туристом, планируете где-то ходить, много посещать музеев, выгодно, конечно же, приобретать музейную карту, вы можете купить до 1 апреля по старой цене и год вперед, который она действует год, отходить еще по старой уплаченной стоимости, то есть гораздо выгоднее. То есть кто планировал приобретать или проездом, здесь туристы будут это делать, я вам рекомендую до 1 апреля купить эту карточку, не откладывать. Я до этого в новостях сильно это не обсуждала, не затрагивала тему, но вот последние две недели в Анталии очень много было осадков, и за три дня там около 300 тысяч литров воды с неба обрушилось. Очень много было подтоплений, сели как таковых очень много не было, но были огромные потоки воды. Анталию просто заливало последние две недели. Объемы просто нереальные, но при этом хочу сказать, что вообще вся зима, это уже декабрь был, сейчас январь уже вошел в статистику, самые теплые декабрь-январь за последние 52 года. Только 52 года назад были такие же теплые зимы у нас. Также про статистику. Официальная мировая статистика. Стамбул стал самым дорогим городом в мире за 22 год. Город, в котором больше всего повысилась стоимость в процентах жилья, апартаментов, продажи и аренды жилья. И рост цен на недвижимость составил 212%. Еще зачитаю вам официальную статистику из ГЁЧ. Я в прошлых новостях об этом немножко затрагивала вам. Сейчас выгрузка официальная. ГЁЧ заявил о том, что ВНЖ в 2022 году получили более 153 тысячи граждан Российской Федерации, и они на первом месте среди всех стран и занимают 11,3% среди всех иностранцев, которые получали ВНЖ в стране за прошедший год. Количество иностранцев с ВНЖ в Турции – это больше 1 миллиона человек. На самом деле, если мы берем всю численность населения, не так уж и много. И на данный момент в стране сейчас проживает с ВНЖ, которые получали туристические россияне, это 354 тысячи человек, это 1,6% от всего населения в Турции. У нас вообще-то сейчас 84,7 миллиона людей живет здесь в стране. Почему я так зачитываю, да, я привожу такую информацию? В Анталии тема с туристами-иностранцами накаляется. Турки стали чувствовать себя уже не как дома. Эта тема вот в Твиттере обсуждается и в интернете очень активно. На прошлой неделе несколько дней пересылалась фотка в Фейсбуке, в Твиттере, везде, в общем, репостилась. Это вот действительно заботило жителей местных турок. Фотография списка в классе детей. Это в Анталии в частной школе. Там в районе 20 человек в классе. И из них половина с русскоязычными какими-то фамилиями, то есть из-за стран СНГ наших, да. Вторая половина — это какие-то арабские фамилии, то есть неизвестно точно, какая там страна, это в день не подписано. В общем, ни одного турка в классе не было. Это частная школа, да, за деньги, дорогая, возможно. Название было по школу, но я эти рекламу делать не буду. И я считаю, что, в принципе, слив списка в публичное пространство детей в классе, это не есть правильное, как бы, поведение. То есть я считаю, что это незаконно. Все равно это конфиденциальная личная информация. Но, как ни крути, это уже произошло. И
турки обсуждали, что офигеть, в Анталии наш город, наша страна, мы чувствуем себя не настолько гостями там уже и не у себя дома, что получается так, что детей в классе турецких вообще нет. Если вы скажете, ну, наверное, иностранцы просто богаты, у них есть деньги, а у турок нет денег для того, чтобы отдать ребенка в частную школу, совсем не так. Детей турецких очень много ходит в частные школы, кто может себе это позволить. Кстати, в этом году, в 23-м, там официально заявили, разрешили частным школам больше поднимать на больше процент стоимость за обучение. Часто очень цены в долларах озвучиваются. Так вот, если мы берем статистику, как это был, начинался учебный год 22-го года, ну, короче, в сентябре прошедшем, сколько родители платили и сколько это будет к концу 23-го года, уже цены, в общем, поднялись. Частные школы подорожали в два раза фактически. В среднем сейчас по Стамбулу говорю, школы разные, качество их разное, программы обучения общие, но там наполнение, что, за что вы платите, там одежда, форма, питание, книги могут входить в Кыртасия сразу, кружки дополнительные, баскетбол и все это прочее, а может без этого быть, но в общем в среднем это где-то в районе от 100 до 140 и больше, может, ценник вообще верхний не ограничен, от 100 тысяч лир в среднем в Стамбуле сейчас, есть за 60, за 80, но это еще поискать, короче, надо. Эти школы заняты, я про реально, куда пойти отдать ребенка, например, вот этот ценник от 100 тысяч лир. Напоминаю, что лира сейчас стоит где-то 3,7-3,8 рублей стоит 1 лира. Это обучение в год в частной школе. Так вот, вот эта тема о том, что мы здесь в своей стране как гостя, иностранцы могут себе больше позволить, чем мы и так далее, она очень активна. Вот это сейчас, да, действительно заботит местных жителей, о чем они судачат, общаются. А реакция, я бы не сказала, что она крайне какая-то негативная, недружелюбная, все понимают, в принципе, пока что, назовем так, держится, но недовольных или людей, обсуждающих эту тему, становится гораздо-гораздо, конечно же, больше. Вот такие новости сегодня Турции были. Жду ваших комментариев, задавайте вопросы, отвечу на них, постараюсь. Или, если нужно, сниму отдельное видео на какие-то ваши вопросы, если они будут. Напоминаю, что в инфобоксе под видео есть моя электронная почта. Если вам нужна консультация моя психологическая, я психолог, то можете написать на почту с темой письма консультация. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, мне это очень приятно, это помогает продвижению канала. Всем спасибо, всем пока.